Если я не согласен с правилами и не хочу, чтобы на моих видео была реклама, куда обратиться с этим заявлением и отключить показ рекламы на моем канале? Вы меня удивляете. Как и удивляю, знаете, в Фейсбуке есть какие-то люди не очень далекие. Они бегают и пишут в своих профайлах: «Этим заявлением я подтверждаю, что запрещаю использовать все мои фотографии, личные данные Фейсбуку и все там в любых целях». Друзья мои, когда вы приходите на платформу, вы должны прочитать и согласиться с положением, с договором, который вы подписываете. Или там, когда вы регистрируетесь, вы, используя сервис, вы соглашаетесь использовать документы, которые вы должны прочитать. От того, что вы их не читали, а просто слепо поставили галочку «согласен», и потом приняли эти условия по умолчанию, и в тех условиях написано черным по белому, что платформа YouTube имеет право изменять условия, правила, не уведомим вас. И если вы с чем-то не согласны, то можете просто удалить свой аккаунт и покинуть платформу YouTube. Пора барабам. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, если вы не согласны с правилами и не хотите там, да, то есть я думаю как, я уже, давайте чуть-чуть нарисуем портрет этого вопрошающего. У вас есть канал, где вы размещаете ролики, и эти ролики вы даете своим, не знаю, ученикам в вашей онлайн-школе, либо эти ролики в вашем интернет-магазине, и вам не хочется, чтобы на этих роликах была реклама конкурентов или какая-либо вообще реклама. И, естественно, вы хотите, чтобы вам просто YouTube предоставлял платформу, видеохостинг, там, техподдержку, скорость загрузки вашего ролика, адаптацию, мобильный дизайн, все-все-все, но вы за это YouTube ничего. Правильно? Ну да. Потому что так было всегда, но времена меняются. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, коротко и ясно. Если вы хотите, чтобы реклама на ваших роликах была отключена, садитесь и напишите сами себе письмо. Потом удалите свои ролики с платформы YouTube и идите на другую платформу, где, возможно, пока не будет этих самых рекламных вставок. Но хочу вас разочаровать. У меня и у моей команды очень сильно пригорало от того факта, что мы, когда заливаем наши ролики в платформу ВКонтакте или в Одноклассники, там по умолчанию включается реклама, с которой нам не приходит ни копейки, а у нас там тысячи роликов. Тысячи видеороликов крутятся на платформе Одноклассники, и при этом меня еще там, как называется, пытаются заблокировать профайл, потому что я, видите ли, нарушаю, словом, бесплатная школа, либо там открой бизнес в Ютубе, нарушаю правила Одноклассников. И у меня, как и у вас, только два варианта. Либо согласиться с правилами этой платформы, либо покинуть ее. Поймите, вот раз и навсегда для себя. YouTube, Одноклассники, ВКонтакте, Google, Яндекс, Microsoft – это коммерческие организации. Это не песочница в вашем дворе, где там вам насыпали там песка, и вы можете там говорить, там, это там для всех, и не туда, не сюда. Поймите, что вот то, что они предложили, вы можете с этим согласиться, либо нет. Никто не будет ради вас там типа: «Так, ребята, Василий Петрович там Петров написал, что и он не хочет, давайте обсудим, соберем совет Гугла, там, да, там всех там учредителей и обсудим, потому что вы не хотите». Будет так, либо никак. Вы можете сами открыть свой видеохостинг и понять, сколько это стоит. Поэтому, если вы не хотите, чтобы на ваших роликах была реклама в Ютубе, и, ну, нет, вы хотите, но бывает, но в этом случае будет так, что реклама будет, а получать денежки с нее вы не будете. Поэтому, ну, покиньте сервис. Пора барабан.